Венгрия с 15 сентября начнет арестовывать мигрантов, незаконно пересекающих границу страны. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан. Только в этом году, сообщает агентство Reuters, сербско-венгерскую границу перешли 170 тысяч беженцев. Власти считают, что к концу года число нелегалов может достичь 500 000. Глава правительства подчеркнул, что в последние дни прибывающие в Венгрию иностранцы откровенно игнорируют законы. «Мы говорим о людях, которые отказываются сотрудничать с венгерскими властями. Более того, эти люди нападают на представителей власти, бросают в них разные предметы. Учитывая, что мы столкнулись фактически с восстанием нелегальных мигрантов, полицейские прекрасно выполнили свою работу без применения силы. Начиная с 15 сентября, венгерскими властями не будет прощаться незаконное пересечение границ». Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки проникают в Венгрию фактически бесконтрольно. Чтобы противостоять наплыву нелегалов, власти решили возвести на границе с Сербией заградительное сооружение. К строительству подключены солдаты и заключенные венгерских тюрем.